Всем привет, ребята! Начинаю влог сегодня вместе с Бонни. Да, Бонюч? Сегодня 20 августа и мой день рождения. С утра мне сегодня принесли цветочки. Такие вот розочки красивые. Все детки еще в школе, сейчас я пойду за Максом. Кстати, Каролина сегодня поехала на автобусе и в школу, и вернется со школы тоже на автобусе. Она сама захотела попробовать, попросилась. Ей понравилось, и она сказала, что она хочет домой вернуться на автобусе. Вот, и Маргуша сегодня остается до 3 часов в школе, она в обед не приедет, она взяла с собой покушать, сказала, что она останется с подружкой, у них там есть столовая, еду там, конечно, не продают, но просто ты можешь принести с собой, там сидеть, покушать спокойно. Вот, поэтому она сегодня приедет только где-то 3:30. Сейчас еду за Максом, и сегодня, в принципе, мы особо отмечать не собираемся, поужинаем, торт, конечно же, ну и все, больше ничего. Будем отмечать дома. Как в садике дела? Хорошо. Хорошо? Ой, ну вот. Не поваляешь, не поешь. Поднимай. Бонечка, кто пришел? Кто пришел? Бонь. Кто пришел? Бонь. Бонь. Жарко. Каролина пошла с подружкой отпрашиваться. Подружка хочет в гости прийти, она пошла с ней вместе. Ты куда пойдешь? Мама, тут они. Я твои подарки. Мои подарки? А, сафарочка. Мои подарки. Мой подарок еще не продается. Мой подарок будет продаваться где-то в конце сентября. Нет у нас, оказывается, свечек. 3-3. Это машина. Я уже сегодня столько сладкого съела, Ксюша. Конфеты, Рафаэла. У нас есть 5, которая поломанная. У нас же было 3, мы же кому-то... Исполнялось 3, опять 5. Нет, никому не исполнялось. У нас так много 5. Ну тогда просто вот эти поставить, да и все. Вот, смотри. Не обязательно 3-3. Happy. Не обязательно 3-3. Все, нету Ксюши больше. Не хватает. На стол папа уже накрыл почти. Салфеточки, видишь, как папа старался красиво все сделать. Вилочки, Ксюша. Сказали, в 3 привезут, а уже 3:12. Да, в 2 сначала сказал, потом в 3, потому что они попали в пробку. У нас вот еще берлинчики остались. Эта девочка, ты что, тоже с нами будешь кушать? Хорошо, все, отучилась? Угу. Нормально? Молодец. К нам приехал торт. Ждем. Ты видела торт уже? Угу. Ах вы какие! Все уже видели? А я нет. Красивый? Да. Ну что там? Да? Что там? Там что-то написано? Не знаю, я не видела. Не видела? Интересно вообще. Пошел папа расплачиваться за торт. Сейчас принесут. Ничего себе! Я даже не думала, что это будет роза. Ничего себе, какая красота! Вообще, красота. Мастера на фиунока. Я хочу открыть, посмотреть сверху. Поставить без коробки в холодильник, иначе он не влезает. Боже, мне его жалко резать. Как можно такую красоту резать? О, я его заморожу и оставлю. Это просто я реально я не ожидала просто, ребят, честно, я не ожидала. Я не думала, что это прям цветок будет. Не надо, это просто это такой сюрприз. Я думала, обыкновенный тортик там с какой-нибудь фигуркой там или еще что-то. Но такое это просто... Просто красота. Ленточка черненькая тут еще. Ладно, пусть стоит. Нужно поехать за продуктами, быстро съездить. И все. Потом приедет бабушка с дедушкой. Будем ужинать. Окей? Разгребаю все мороженое. Сразу с коробок вытаскиваем что-то, чтобы это все выбросить. Ты тоже вытащила? А, все уже вытащила.
Видела эти чашечки, которые угу. мороженое прям вот здесь вот, кофейное? Еще одну осталось, ты будешь? Нет, не буду, не хочу. Все, этот картон вот туда вон закинь. Взяли мы суши. Три упаковочки. Family Box, да, и фахита будем делать, и это, и вот этот, и суши взяли. Так, и купила соус для фахита, я его уже попробовала, мне очень понравился. Так, креветки, креветки у нас дети кушают. И тортилья вот такая, она сразу с авокадо, со вкусом авокадо. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Mm-mm. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Так, все, садимся. Тут греются. А, положи лучше вилки. Одну надо брать, а не все. Пришло. Ой, а почему-то картонка немножечко как-то промокла, картонка, смотри. Какая-то она стала странная. Надо свечки. Как я буду? Я же должна задувать свечку. Вот так вот втыкай куда-нибудь. Happy birthday, я боюсь. Просто воткни как-нибудь. Золотой или синий? Смотри, я один вот надо золотой. Ну, поставь их, да. Мама, золотой надо, да? А куда? Так, чтобы она не это... Ой, чтобы она не сгорела от свечек. Да, там. Нет, он сгорит, тут свечка будет. Давай вот так. Чика. Вот так? Только не капай на торт, ладно? Сейчас капнет, нет. Проводили. Время 10 часов. Убираем. Ксюша мне помогает. У нас еще осталось. Соус остался. Но это на завтра. Можно с рисом, можно с макаронами, спагетти, в общем. Можно. Только вот зря сюда креветки бросили. Как бы оно не испортилось. Но опять нужно нагреть, а то может испортиться до завтра. Сейчас нагреем. Каролина, завтра твой день. Да. Да? Ты придумала, куда пойдешь? Еще нет. Еще нет? Ну так думай. Завтра папа с работы приедет, он завтра работает у нас. С 5 утра до 11 он завтра работает, поэтому у тебя есть время подумать. Угу. Поняла? Все. Папа, рука не нужна мне, так думаю, зачем она нам нужна? Ее нужно как-то сложить правильно и выбросить. А эту оставь, визитку. Сюда? Мне тортик понравился, еще мы будем заказывать. Да? Понравился тортик? Катя, вот эти цветочки подарила. Это мне папа подарил. А вот это? Это наш? Это мой. Оно красное почему-то. Потому что вырос новый цветок. Это нужно его туда на столик поставить. Потом когда убрать. Все. Видела мне, что Лилита подарила? Да. Вот такого толстичка на удачу. Чтоб деньги были. Вот такой он. Золотой, толстенький, красивый.
Еще тут монетки. Такой вот большой. Так. У нас еще суши остались, не хочешь? Объелась сегодня? Я тоже объелась. Очень объелась. Но зато у нас на завтра еда есть. Готовить не нужно. Еще тортик у нас остался. Это пустая? Да. Вниз туда поставь. В раковину. Чего, это шампанское? Все. Ну что, ребят, будем заканчивать наш влог. Прочитала я ваши комментарии в Инстаграм. Знаю, что вы сейчас будете писать под этим видео, поэтому заранее хочу сказать всем спасибо большое за поздравления. И также хочу сказать тем, у кого я не успела заметить, потому что это физически невозможно. Очень много сообщений. Я зашла в Инстаграм, там столько сообщений много. Только под моим постом 300, если я не ошибаюсь, комментарий, пока я их все прочитала, сердечки поставила. Захожу в сообщения тоже. Я кому-то успела, кому-то нет, поэтому не обижайтесь, кому я не ответила. Хочу сказать вам всем большое спасибо за поздравления, мне очень приятно. Столько много сделали видео. Надеюсь, я все посмотрела. Если не все, то отмечайте меня еще раз. Не знаю, в общем, я проверяю Инстаграм. И надеюсь, я все ваши видео, все ваши записи, все поздравления заметила. И вот такой вот у нас коротенький день получился. Завтра я буду видео монтировать. И сейчас мы будем отдыхать, потому что я устала. Завтра обязательно будем снимать влог, потому что завтра суббота. Это день день Каролины. И не знаю, куда мы поедем. Я не знаю, куда она решила там. Магазин игрушек. В общем, посмотрим. Завтра обязательно будем снимать влог. А на сегодня мы будем заканчивать. Поэтому еще раз всем большое спасибо. Всех целую, обнимаю. И увидимся в следующем влоге.